И с вами снова я, Светлана Ата. Друзья мои, сегодня величайший мусульманский праздник. И всех мусульман я хочу поздравить с таким праздником, с праздником Рамазана, сладким праздником. Счастливых вам выходных, праздничного настроения. Пусть Аллах вас хранит и нас тоже. Всех людей хочу поздравить, которые проживают на территории Турции, турецких жен и всех-всех, кто уважает эти праздники, эту веру и все их обычаи. Ну, я, естественно, и вхожу в их число. Ну, так вот, друзья мои, как сегодня начался день? Как ни странно, он начался очень рано. У меня в 6:30 он начался. Ну, у меня есть весомые причины на это. Я встаю, работаю возле компьютера, у меня дел куча. Пока мой муж спит, я пользуюсь ситуацией и занимаюсь полезным делом для меня. Ну так вот, и он вдруг в 8 часов встал вслед за мной, позавтракал и всех начал обзванивать и поздравлять с этим праздником. А потом, некоторое время спустя, в 11:30 к нам постучались, позвонили в дверь. Я открыла дверь, а там было очень много деток, соседей. Вот они, такой обряд, обычай ходить по соседям и поздравлять. Ну, а мы, в свою очередь, должны угостить их, поднести вот так вазочку, это мой муж мне научил, поднести вазочку, и они сами возьмут по одной конфетке, ну, по две, две стесняются даже. Знаете, что я вспомнила? Что я помню, когда вот в Грузии у нас так, нам надо что-то побольше подарить там детям. А здесь вот такие вот одной конфетки им достаточно. Ну, потом они поздравились с праздником. Ну, было так все равно прикольно и весело, что как детки в доме. Я очень люблю детей. Вы сами знаете, что у меня видели трое внуков маленьких. И я так по ним соскучилась. Дай Бог, чтобы все было хорошо. И в скором времени мы увидимся. Потому что я очень скучаю по ним. И так вот они ушли. И потом пришла моя заловка, поздравила нас с праздником. Я их угостила кофе сладостным, потому что я раньше, знаете, когда у меня была привычка, когда кто-то приходит, я быстро вскакиваю и быстро давай что-то делать. У меня всегда тесто есть на хачапури. Я давай быстрее, пока на кухню, там туда-сюда. Думаю, как это делать? Люди пришли, надо же кормить. Так я привыкла делать. В Грузии вот так вот у нас. Если гости пришли, нужно обязательно кормить обедом, а не то, что только кофе. Кофе я могу там, подружек там, дым-сюдым. А обед, в принципе, для всех. И вот я, пока гости там сидят, родственники, я им быстро хачапури стою там, выпекаю, напекаю, приношу там с чаем, потому что чай, я думаю, чай нужно с чем-то закусить, не только чай, а у них чай просто чай. Иногда там с печеньем или еще что-нибудь, но в основном только чай. А потом можно что-то прикуску. А у меня это все было по-другому. Но я, конечно, уже знаю, что как делать. Ну вот на первых порах у меня было и такое. И еще, значит, знаете, что еще вспомнить, что-то рассказать? А Турция, все, ну, конечно, для меня Турция была очень новой страной, и новые обычаи, и традиции, и все. И я вот обучалась и знакомилась с Турцией, вот именно вот таких же ютуберов, блогеров. Например, я как-то приехала и вот здесь в Мерсине познакомилась с ютубером Викторией Гювен. И очень многому у нее научилась, за что ей очень благодарна. Спасибо, Викуся, если ты смотришь хоть один раз мое видео, если увидела, большое спасибо тебе. Ты действительно мне многому научила. И вот я уже как-то была по ее видео, и моя подруга еще Стамбула, мне очень много чему помогли разобраться в жизни и все. Как к соседям относиться, как к мужу относиться, что нужно делать, какой надо быть женой, как вот надо тратить деньги, надо вот, знаете, совсем я совсем по-другому была воспитана, и все, у меня были постоянно свои деньги, и я совсем по-другому думала, а та, оказывается, нужно все просить у мужа, говорить, что надо, 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 надо,
ну, не так сейчас быть чересчур наглой, но все-таки не нужно стесняться, а тебе надо и все, и много на себя не надо брать, и больше себя любить надо, и то, что там, ну, я иногда бывает прямо... Хожу еле на ногах, но делаю и все. Больная, не больная, так не нужно делать. Нужно любить себя прежде всего, уважать, и тогда тебя полюбят. Ну, а ты, а если ты еще деньги зарабатываешь, то тебе тогда совсем иное отношение, и быть финансово независимым, чтобы свои деньги зарабатывать. Вы это не осознаете сейчас, но потом поймете через какое-то время, когда он вам приспичит, петух клюнет, и... Уже поздно, к сожалению. Когда вам предлагают что-то нормальное, соглашайтесь. Вас же не обманывают. Никто не собирается обманывать. Ну ладно, заканчиваю на этом мой ролик. Это именно был ролик, посвящен обращению к празднику. Еще раз всех мусульман и всех, кто уважает эту веру, всех людей во всем мире поздравляю с вашим праздником. Мира вам и процветания. С вами была Светлана Атак. Ставьте лайки, пальчики вверху, подпишись на мой канал. Не забывайте ставить лайки.